Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Драгдрага, Тимончик, Арквиа, Пингвинус, Камень, Секрет, Тамерлан. Пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! Всем привет! Сегодня будем Диму чморить, ребята. Всем привет, ребята. Всем привет. Привет. Сегодня мы играем на карте Roblox и сделали такое выживание, когда 7 аниматроников и один выживший. Это будет очень жестко и сложно. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. 3, 2, 1. Ну что, пацаны, давайте. Кто дольше всех продержится, тот лучший игрок на планете. Максимально быстро скачем. Они уже бегут. Только давайте так, я буду заходить в те места, где реально вы можете ко мне попасть. Мне интересно, вы по ступенькам можете подниматься? Да, не умею. Да, вот. Нет, 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 нет. Отлично, ребята. Ох, я испугался, у меня аж ноги поджалось. Сразу ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень крутое и веселое, которое людям поднимает настроение. Тут дурачок какой-то на стенке сидит. Ничего страшного, замочите его. Так, а я убегаю. Вы что думаете? Я живым не дамся. А что вы все там встали, пацаны? Отлично. А баночка сработала. Дурачок. А Дима нас не убил. Ты сказал убил или дебил? А ладно, убил, я понял. Класс, класс, класс. Ну что, пацаны, получается легко меня убивать или нет? Не сильно. Я знал, что я выбрал специально это, такие пилпаки медленные, и тяжело будет меня убить. Да тут самое быстрое — это крыса. Ну вот это ж крысу надо и брать. Кстати, крыса... Иди сюда, Димас. Крысе не обязательно прям целиться, можно убить так. Прям даже, ну, чуть-чуть рядом. Если я даже со спины буду стоять, легко убить меня будет. Ой, Тимончик. Отлично, отлично, ребята. Давай, убегай, убегай. Ребят, с вами просто играет чел, который даже ничего не делает. Это судья. Это уборщик. Он контролирует. Я тебя вижу, Дима. По голове, вы видели? На голову наступил. Блин, круто, круто. Тяжело, да, убить может меня за этих? Я даже никого не убил. А, ёп! Боже! Вот кто меня убил, теперь ты выживаешь. Пингвинус. О, это хорошая идея. Давай, бери, а мы берем. Так, вы говорите, крыса, да, лучше всех убивает? Да, бегает. Вот, да. Или мыша это, или крыса. Ну что, 3, 2, 1. Пингвинус выживает. А где он, пацаны? Вижу, вижу, вижу. Блин, а как ты меня подловил? Ты прям увидел на ход, да, выбежал ко мне? Да, я прям... Блин, реально, очень классно сыграл. Ну, реально круто. Это было такой нежданчик для меня. Ребята, окружаем, окружаем, окружаем. Ой, блин, а что так быстро? Так, Тимончик, теперь твоя очередь. Блин, вот это веселая, веселая тема. Мне выхода много, его надо истребить. 3, 2, 1. Погнали. Тоже погнали. Давай, 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 я его сейчас убью. Ай, пинг. Дим, прости. Да ничего страшного, friendly fire, friendly fire. Так, крысу берем. Давайте его в угол зажимаем. Давай. Это он с монтировкой, да, вот бегает? Все? Есть. В смысле? А, я забыл. Так, Тамерлан, давай, теперь твоя очередь. Нет, меня не убили. А, не убили? Он меня убил. Ничего страшного. Я случайно. Вижу, 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 побежал. Я его сейчас тут встречу, не переживайте. А где он? Он же тут должен был выбежать. Ты крыса, а? Блин, что-то не получается. Ой. Наоборот, это вы крысы. Это вы крысы. Да, мы вообще крысы, мы убиваем друг друга, конечно. Где он? Инфу дайте, я его не вижу. Вижу, вот он бегает с монтировкой, подлец. Все, меня секрет убил, меня секрет убил. Отлично. Ну что, секрет, давай. Твоя очередь. Ох, 5 лет не выживаю. 3, 2, 1. Выживание началось. Кстати, пацаны, получается, что-что? Я дольше всех провыживал? Пока что, да, я вообще... Может, ой, да что такое? Дардрага, надеюсь, ты сейчас покажешь лучший результат. А, там мне кажется, что всех убивают. А чего Арк-Юа бегает просто? Пожалуйста, помнишь. Кого мы сейчас ищем? Подождите, я запутался. Меня. Секрет. Секрет. Только вопрос, где он сейчас находится? Ну ладно.
Секрет, пока мест ты что, можешь догнать мое время, и может быть даже лучше меня сыграешь. Ну, маловероятно, да, пацаны, мы его найдем. Нет, не найдете. Он что, на крысу? Закрысил где-то? Тут, скорее всего. Если что, тут нельзя по лестницам моим утроникам ходить. Ребят, вы 10 раз уже мимо меня. Может, он тут где-то? Не, навряд ли. Да скажи, где хотя бы, мы уже не найдем так долго. Около Красного замка. Ну все, давайте, бежим. Я понял, там где тыночка должна быть, 100%. Пахаться мы не можем. Я, видимо, понял где. Все туда, все туда. А, он, наверное, под лестницей там сидит, да? Не-не-не, он не под лестницей. А где он? Гарри Поттер. Нашел. Он тут на воде. Давай, выгоняй его сюда. Выгоняю. А гони тут длинный туннель, он меня не вижу. Я не вижу, я его не вижу. Эй, блин. Я его с туннеля пущу. А он теперь побежит, вот там на другую часть карты можно пробежать. Я так заблудился, что придется кинуться. Он за мной бежит. Так, я жду секрета. Вижу, вижу секрета, вижу. Бежим на опережение. Давайте, давайте, красиво должны его убить. Так. Отлично. Ну, Dark Dragon, все-таки ты сделал так, что ты будешь сейчас выживать. Скажешь, когда будешь готов. Ага. Ну, давайте, 3, 2, 1. Давайте. Погнали. Пошли. Так, секрет, бери аниматроника. Я снова потерял этот пак. Вот он, пятый. Пятый. И где вы, ребят? А где ты? А вот я и скажу. А, ты режим крысы включил опять. Да, все, поехал. Секрет был крыса и Dark Dragon, теперь крыса. Ну я вас вижу, вот ты там толпой, а в одиночку бегаете. Так, так, так. Я около замка бегаю где-то, замка. Поднимаешься наверх. Ты классная нычка, кстати, была. На башне кто-то есть. Это я. Я просто смотрю его отсюда, с высока хочу его увидеть, но не наблюдаю почему-то. На синей башне. Это кот? Где ты, Dark Dragon? А вы где? Да мы тебя хотим убить, а ты крысишь. По центру бегаем. Я тут по центру бегаю. Скажи, ты где вообще, Dark Dragon? Я вот хочу фишку свою изменить, которую я первый раз использую. Ой, я думал, Dark Dragon убили так быстро. Вам подсказку дать сказать хотя бы? Давай, давай. Я где-то около синей башни, где-то в территории рядом. Я понял, ты под ступеньками, наверное, тут скрысишь. Нет, у тебя здесь. Я даже могу стоять на месте, но вы бьете быстрее меня, хотя бы так. Так, здесь тоже его нету. А где он? На крыше. Нет, на крыше это другой чел. Не, я на крыше не сижу. А да, где это ты? Кот вроде. Я на поле, я бегаю. Да где ты, я тебя не вижу? Дон Корлеоне. Найдите. Эй, Тамерлан. Извини. Я понял. Вроде я его... Dark Dragon, ты нам врешь, ты не около синей башни, мы там уже все прочитали. Я понял, он хочет просто тянуть время, чтобы выиграть, а убегать не хочет, я понял. Скилл не хочешь, да, свой показать, очкошник? Я вот вижу, крыса бежит, еще раз пробежал, вот еще пробежал. Здравствуй, крыса, которая там бегает. Вот кто-то на башне сейчас прыгает, еще по башне бегает, вы там втроем бегаете. Я, кажется, знаю, где ты. Где он? На красном. Меня вообще нету. Это вообще другой. Ладно, я сижу здесь. С нами робот играет. Ты крыса, выходи, давай убегать. Я хочу твой рекорд. Так ты по рекорд побьешь по сиденьям. Я же рекорд выиграл, когда я убегал, а не сидел. Да, Дима бегал. Это нечестно. Ну, это не, я не засчитаю это выигрышем, потому что ты крысишь. Вон, я его видел вроде. Привет, ребят. Так, сюда, где-то. Вон, я его вижу. Ну что, подлец? Окружаем его, все окружаем. Я ж там чекал вроде. Да я, блин, даже тебя чуть не убил, ну как? Давай. Я сейчас в машину... Замочите его. Красота, молодец. Ой. Ну что, кто его убил? Его убил? Убил я. Ну что, давай, Тимончик. Бери игрока. Готов? Да, готов. 3, 2, 1. Тимончик выживший. Тимончик, а ты уже второй раз играешь или первый? Нет, я уже как минимум 3 раза играл. Молодец. А нет, перепутал. Два. Ну что, сейчас мы тебе быстренько укоротим твой выигрыш. Сейчас же. Так, я не могу сюда зайти. А где он? Он сюда забежал, пацаны, я его видел. И сюда, все сюда. Сюда нельзя, сюда невозможно зайти. Я только что там был. Вот, смотрите, вы здесь, вы что здесь со мной? Ну что, Dark Dragon, давай тебе последний шанс.
Покажи только скилл классный, убегай как я. Только не крысь. Три, два, один. Драгдрагон хочет показать лучшее время, но хотя еще мой рекорд никто не побил. Я вообще не выжив же не был. Так, где ты, где ты? Ну чё, будешь секреты на меня нападать, а? А его не вижу. Вижу. Он меня убивает, ребят, он на красной башне. А, это наш. Дима. Это я на красной башне вообще. Ой, Дима. Это не наш Дима, это другой. Давайте, мочите его. Ну. На опережение, бежим все. Быстрее. Я в него целился. Давай, подлец. Ну, давай, Димка. Да блин, я прямо ему жопу понюхал, но не руби. Мужики. Вообще, ребята. Вот эта толпа за ним бежит. Так, давайте его здесь встретим. Мне кажется, он сейчас сюда побежит. А ну-ка. Я сейчас юзану свою фичу. Ну-ка. Ну что, мы его никак не убьем? Блин, а как я не попал? Да я сам, блин, вроде как в притирку нажимаю, а попасть не могу. Да вот именно, у меня тоже самое. Ну, если ты играешь, что ли? Так, я бегу на опережение. Сейчас мы его встретим здесь. Ну! Красота! Молодчики. 3, 2, 1. Выживает тот, кто ни разу не выживал. Посмотрим, на что он способен. Может, он лучший игрок будет. Так, бежим на опережение. Все на опережение бежим. Видим, вижу его. Да, нос! Я думал, это я. Блин, зараза! Я тебя убью! Да блин, да че я ж попадаю? Че я не попадаю? Так, сокращаем путь. Почти. Ой, это не того убил! Молодец, это была подстава. Не того и не того убил. Все. Отлично. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, посмотрите мои ролики еще. Эй, бомба, взрывайся. Взрывай. Бомба. Красота.